Ну что же, ребятушки, всех приветствую. Сегодня у меня такое вот разговорное видео. Хочу все-таки вам объяснить ситуацию, почему не было видео. Видео не было, ну, причина достаточно простая. Я учился, тоже у меня тут некие дела были, ну, в жизни. Еще я пил, это тоже достаточно сильный фактор, то, что я пил. Но, в общем-то, сейчас постараюсь вернуться в прежнее русло. Сейчас с делами разобрались. Осталась вот учеба. Ну, по учебе это все-таки у меня контент не такой, то, что там прямо так загружено. Чтобы прям так, ну, загружено. Но постараюсь сейчас контентика вам навалить все-таки. Буду мозговые... Бляха-муха, извините, я просто пиво пью. Мозговые штурмы все-таки проводить. Думать, все-таки, что вам снимать. Вот сейчас вот обзорчик на жижу вот у меня вышел вчера. Ну, или не вчера, возможно, сегодня. Записываю это видео сразу же после обзора на жижу. Вот у меня вот тут вот даже три вот эти вот баночки Dual стоят. Так что можете зайти посмотреть плейлист жижа на моем канале и подписаться на канал, поставить лайки, оставить комментарий обязательно этому видео тоже. Чё ж ты смотришь, а не подписываешься? Вот, подпишись. О, молодец, молодец. Давай, 5 секунд, чтобы подписаться. Давай, 1, 2, 3, 4, 5. Все, молодец, подписался. Люблю тебя от души, честно. Так вот, на чем остановился-то? Ёлки-палки, всё сбился. Вот, сейчас все-таки с проблемками я разобрался в жизни. Остается только вот вам вот ролики пилить и учиться в универе. Вот. Чё, ёпта. Давайте еще выпьем. За ваше все-таки здоровье. Все-таки я пивной блогер, жижный блогер и блогер, который снимает всякую фигню. Да, это я. Это я. Да-да, я. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Проверю-ка я, ребятушки, запись идет или нет. Ой-ой-ой. Идет. А то это уже моя... Вторая попытка записать это видео. Прошлое, конечно, вышло на минут 5. Хотя, возможно, это выйдет даже дольше. Так вот, что могу сказать? Вот, подик мой работает, кстати, еще. В этом. Я его в апреле купил. Ну, уже в конце где-то. В конец, середина, где-то так. Так вот, нормальный под. Пасита первый. Робит нормально. Не знаю, вкус жижи передает просто отлично. Испарик новый купил и бам-бам-бам. 200 рублей испаритель стоит, кстати, на Пасита первый. Так что, ребятушки, советую. Это вам не X-Ross. Сейчас покажу. У меня еще X-Ross был. Хотя, да, вот покажу. Вот у меня еще X-Ross был. Но он, к сожалению, не работает. Не работает. Почему? Правильно. Это то, что лампочка мигает, это он не сел. Это значит то, что у меня контакты окислились. Там нет соединения с испарителем. Нечего, контакта нету. Так что не замыкается петелька. И не работает он, да. Так что вот, постараюсь сейчас вот выпускать ролики все-таки почаще. А не раз в 2 недели, как сейчас вот у меня вышло 2 недели назад последнее видео. Ну, это уже, наверное, второе видео после вот этих вот жиж. Но это не суть важно. Так что вот, ребятушки, надеюсь, обозначил ситуацию, почему не было видео все-таки так долго. Так что вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Господи, это главное. Комментарии – это главное. Оставь комментарий и, боже мой, подпишись на канал. 350 подписчиков у меня уже, а? Ну, вступи в семью!